Поле тройка бежит, и замерзший мужик в санях лежит. Я не знаю, кто он, тот ли самый ямщик, а может, пьяный шофер, а может быть, крановщик. Да и разницы нет, все равно ведь маршрут. Шесть холодных волков, что за тройка бегут. И вот что-то тихо плывет в палате, ноги еще на ноги лопят. И вот что-то тихо плывет в палате, ноги еще на ноги лопят. Нет, не так.